Если вы еще ни разу не снимали с банкомата личные средства без карты, а именно касается Приватбанка, не проблема, я сейчас вам все подробно расскажу, как это сделать и что нужно при себе иметь, если, конечно же, вы хотите снять без карты. Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. Так, смотрите, друзья, основа основ, то есть Приват24 привязан к вашему номеру телефона, то есть, естественно, к вашей карте тоже относится ваш именно номер телефона. Если вы взяли с собой телефон, а забыли карту, вы всегда можете подойти к банкомату Приватбанка и, конечно же, снять средства. Вам нужно нажать на клавишу «Снять без карты», вы введете свой номер телефона, введете тот код, который вам позвонят на номер телефона, 3 последние цифры, затем укажете сумму, введете пин-код вашей карты и вы получаете наличные. Сразу хочу предупредить, что есть процент, то есть за снятие наличных без карты сразу дополнительные 2 гривны у нас комиссия. Если вы снимаете кредитные средства, это 12 гривен плюс, если же это личные средства, это 1%. Все, это будет примерно 200 гривен, а дальше уже считайте сами. Если будут какие-то, конечно, дополнительные вопросы, вы всегда можете оставить их в комментариях. Когда мы подходим к банкомату, нам нужно нажать «Снятый без карты», это «Снять без карты». Следующее, ввести номер телефона, который привязан к этой карте, который Приват24 является, нажать «Продолжить». Вам придет звонок, 3 последние цифры этого номера нужно как раз сюда ввести. Вводим эти 3 цифры и нажимаем «Далее». После этого высвечатся все ваши карты, выбираете необходимую карту, с которой нужно снять. Здесь предложенный вариант, какую сумму, и нажимаете «Далее». Здесь вам нужно ввести пин-код от вашей карты, нажать «Далее», и, в принципе, пойдет процесс снятия наличных. Здесь подтверждаете с условиями соглашения, процент и так далее. Все, тут уже дело за малым, забираете наличку. Хороших всем покупок! Вот и все, друзья, все сами наглядно видели, все очень просто, понятно, доступно, буквально за минутку можно справиться, получить средства. Подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, оставляйте ваше мнение в комментариях. Дальше больше, скоро увидимся.